Вставай. Сейчас. Шушан, вставай. Вставай, тебе в школу пора. Ну еще 5 минут. Всем приветики, ребята, с вами Шушанна, и вы у меня на YouTube-канале. Сегодня 1 сентября, поэтому всех школьников и студентов я поздравляю с началом учебного года и желаю вам терпения. В сегодняшнем ролике я вам покажу своих 2 родных сестер, которых мы будем собирать в школу, а потом отправим их на линейку. Вспомним школьный вайб, так сказать, триггернем вместе. Ну что, не буду тянуть, поэтому погнали! Не забудь подписаться на канал, поставить лайк и написать в комментариях, как тебе выпуск. Приятного просмотра! Короче, мы сейчас зайдем домой, я вам покажу всю эту суету школьную, сами понимаете, но сразу предупреждаю, я буду тише говорить, чем обычно, потому что, сами понимаете, кавказская семья, миллиард людей, и нормальные люди спят, а мы идем в школу. Сейчас мы пойдем собирать моих сестричек на линейку. Погнали. А кто это у нас сегодня пойдет в школу? Сразу видно, кто 4-й год учится, а кто пойдет в 1-й класс. Честно говоря, хочется устроиться работать училкой только потому, что каждый год получаешь цветы. И это даже не намек, это прямое высказывание. Когда уже мне кто-нибудь сделает какой-нибудь подгон? Дорогие друзья, вы наблюдаете типичную картину 1 сентября. Чтобы вы понимали, через это проходит каждая девочка. Ну какая разница, что тебе больно. Главное, чтобы хвостики были тугие. А это беспощадная мама. Смотрите, как она. Как она следит, пока вторую сестру собирают. Моника. Вот она, вот она. Самая младшая в семье. Сколько тебе лет? 7. В какой класс идешь? 1-й. Ну что, давно хотела в школу? Очень. Сразу видно, человек идет в 1-й класс, еще не знает, что ее ожидает. Я, конечно, тебя не дезморалю, но в моменте может стать не так весело, как сейчас. Понимаешь? Нет. А мы похожи? Напишите в комментариях. Мне кажется, очень. Мы похожи? Нет. Потому что я урод? Потому что я красивая. Ну, она просто перефразировала. Представься, пожалуйста. Карина. Это моя сестра Карина. Сколько тебе лет? 9. Ей 9 лет? А вдруг вы не слышите, я как бы перевожу, так скажем. В какой класс идешь? 4-й. Я так понимаю, что ты очень рада пойти в школу. Конечно. Ты молодец. Это тебе. Спасибо. Удачи. Тебе еще 10 лет учиться. Какой 10 лет? Блин, у меня с математикой не очень. Ну что, мы уже подходим к школе. Школа — это соседний дом от моего дома. Приятно осознавать, что больше сюда не надо ходить. Поэтому я с улыбочкой, с таким счастливым лицом показываю вам суету. Я сказала же, напротив входа. Где у вас Алексей? Я не пойду. Очень неловко, очень. Но я делаю вид, что я никого не замечаю. Но я всех замечаю. Мама! Всех, абсолютно всех. Я не понимаю, зачем 1 сентября делать полноценным учебным днем, потому что, ну, вы это называете праздником, а по сути у людей горе. Сама сказала, сама посмеялась. Какой класс? Девушка, у вас какой класс? 1-й. Это сколько здесь классов? Если бы я сейчас пошла учиться в школу, я уверена, что мой класс был бы буквой Ж или буквой Г. Там не такие слова, там обычно ты мой краш, либо я, либо... Ну, они неправильно поют.
вот этой вот всей историей, постановками, выступлениями, мероприятиями в школе, когда я училась, занималась я. А теперь я на это все смотрю со стороны. Круто, круто, что это продолжается, что с младших классов, с младших лет учат вот таким организационным моментом, потому что мне это в жизни на самом деле очень пригодилось. У нас тут школу караулит лепс. Твоя ж по планетам Соколиная наша гора. Да, волнуемся, скажем вам прямо, в космонавтике мы новички. А что там делать, Курбансов? Вы обещаете ходить в школу счастливыми? Да! А обещаете ли вы хорошо учиться? Они в натуре это обещают? А слушать хорошо. Ну что ж, пацандре, мои дорогие подписчики, мои любимые зрители, наш ролик подходит к концу. Вот такое вот 1 сентября у нас прямо рядом с моим домом, в школе, в которой я училась. Я надеюсь, что вам было интересно на это все посмотреть. Я постаралась показать всю красоту, всю суету, все то, что я уже прошла и что, возможно, вы сейчас проходите. Школа — это круто на самом деле. Это такой большой этап в вашей жизни, в нашей жизни в целом. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, если еще не подписались, и пишите в комментариях, в каком вы классе, или если вы закончили школу, то в каком году вы ее закончили. И вообще немножко о себе расскажите в комментариях, да, а то что-то как-то мы как будто не знакомы. Все, ребята, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока! Находить восток и юг, рисовать квадраты.